Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня хотел бы записать такой видосик и посвятить его уникальному модулю, который имеется у меня в гараже, рассказать его плюсы, минусы и, в принципе, вообще понять, что вообще из себя он представляет, стоит ли пытаться выиграть его, или все же это полный бред и ничего он не делает такого сверхъестественного в нашей игре. Как вы уже поняли, речь пойдет о модуле 25% от всего. Кто смотрит мои стримчики, тот знает уже, что вообще это такое, насколько он нагибает, плюсы и минусы. Единственный минус, который я могу быстренько так выделить, так это то, что 25% от всех пушек не может защищать так хорошо от продувов. Имею в виду от фреза и жиги. Почему именно так? Потому что баллонные пушки быстро наносят дамаг. И получается так, что, например, даже если бить 50% жигой ты или фрезом, ты все равно будешь наносить колоссальный урон. А при всем этом раскладе у тебя имеется только резист 25%. И поэтому это является одним из самых главных минусов данного модуля. Что же сказать о плюсах? 25% от всех пушек и корпусов. Ой, каких корпусов, что я несу. От всех пушек и мин. Что касается мин, то 25% это, блин, скажу вам так, достойная защита. При всех тех раскладах, когда ты, например, заходишь на определенную каточку, а там дефят опасные ребятки, выставляя мины кругами прям, то ты можешь смело подрывать за танк, например, на Титане, если мы будем играть. Подрываешь по 7-8 мин, хаваешь аптечку и уводишь флаг без особых проблем. Ну а резист от всех пушек и корпусов... всех пушек? Все, что... Что меня все так тянет на корпуса эти? Не знаю. То могу сказать то, что это очень удобно в плане игры. Тебе не надо отвлекаться. Ты знаешь, что у тебя всегда есть резист от противника. Ты спокойненько себе играешь. Не тратишь время ни на какие переодевания. И получаешь одно только удовольствие. Имея 25% от всех. Это не может быть ничего лучше, чем данное удовольствие, я бы так сказал. Что же касается резиста 20%, то, ну, я бы сказал, что эти 5% чувствуются. И, скорее всего, об этом я расскажу в каком-нибудь видео позже. Но сегодня именно 25%. 25%. Безусловно, это чемпион. Безусловно, ничего лучше в игре нету, чем данный модуль. Выиграть его было, ну, не скажу, что просто. Выдается он на годик. По времени я бы сказал, что к нему привыкаешь очень сильно. А что же будет дальше, когда его заберут, я уже не знаю. Это надо опять быстро все переодевать. Опять думать, что тебе нужно одеть. Это ж не все так просто, как кажется. Что-то я хотел еще рассказать, но уже подзабыл. О минусах модуля, в принципе, я рассказал. То, что 25%. Ну и, конечно, огромным минусом данного модуля... Каточка у нас завершается. Забыл рассказать, конечно же, о том, что на маленьких картах... Ну, ни для кого не секрет, что чем меньше корпусов на карте, тем, блин, у тебя получается не более раскрытый резист. А если у тебя не более раскрытый резист, то смысла от него становится все меньше и меньше. Например, если играть на таких картах, как Аренка, Остров, что еще у нас из небольшого такого количества игроков. Ну да, где-то вот такие карты, как Арена, Остров, 4 на 4, 3 на 3. На таких картах данный модуль, ну, почти что бесполезен. Потому что на такой карте ты можешь спокойно взять резист, например, от троих
и ни в чем себе не отказывать, в принципе. А иметь 25% от всех уже на маленькой карте, это такое себе. Единственным... Это, наверное, единственный минус. А что касается плюсов, ну, безусловно, чем больше карта, тем тебе удобнее играть. Удобнее, практичнее. Например, такие вот рандомные катки, что касается не про битв, то 25% это вообще просто... Это божественно. Ты спокойненько себе нагибаешь вообще без особых проблем. При том, что разнообразие пушек в таких катках очень-очень-очень большое. Ну, вы сами видите, играете, если... То видите, что пушки все берут разные. Не бывает почти никогда такого, что, например, на одной карте, где играет 10 на 10, вы сможете подобрать резист чисто четко от, например, 8 игроков. Ну, такого не бывает. Все-таки модули у нас трипл, а значит на 3 танка. Вернее, от 3 пушек. Ну, а здесь ты, считай, имеешь резист от, если я не ошибаюсь, от 12, да, пушек у нас. 12 пушек плюс резист от мин. Ну, это божественно. Что может быть лучше? Ну, в принципе, такой вот видосик у нас получился сегодня. Если понравилось данное видео, то обязательно поставь лайк. Подпишись на канал, если еще не подписан. Приходи на стримы также. Подпишись на группу ВК. Буду очень рад. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо. Пока.